Радио Болтком. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Бекелкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов. Продолжается эфир «Радио Болтком». Всем еще раз здравствуйте. Олег Пек, Александр Шунин сегодня ведут программу «Прямая речь». Приветствую. И сегодня у нас в гостях российский историк, писатель, пишущий на исторические темы Александр Мосякин. Ну, я думаю, что всем хорошо знакомы по публикациям и во многих рижских изданиях. И мы неоднократно встречались в нашем эфире. Я напомню, что 6 книг буквально вышло за минувший год. 2 новые, 4 переиздания и документальный трехтомник «Золото России». Российской империи большевики. Его, если кто следит за нами в прямой трансляции, можно как раз увидеть его. Вошел в московском издательстве «Международные отношения», изданный, вошел в топ-лист московской книжной ярмарки «Нонфикшн», ярмарки, в которой участвовали 300 издательств из 29 стран. Ну и вот, Александр Георгиевич, мы продолжим, наверное, эту тему, начатую в трехтомнике «Золото Российской империи большевики». Мы говорили об этом уже в программе «Очевидец». Вот для тех, кто пропустил эту программу, напомню, что в этом фундаментальном труде, опираясь на недавно опубликованные архивные материалы, их там более 700, вот как раз-таки Александр Мосякин излагал концепцию, новую историческую концепцию событий русской революции 17-го года, которая определила судьбу не только России, но и всего мира, и доказывалось с помощью документов, что большевистские вожди – это Ленин, Троцкий, Красин, Литвинов, имея тесные связи с финансовыми мировыми кругами, вывезли в кладовые западных банков золотой запас Российской империи. Тем самым купили, можно сказать, власть за царское золото. Вот так ли, в общем, ну, правильно ли я все изложил? Знаете, если, так сказать, брутально огрублять, то так оно и есть. Потому что золотой запас Российской империи, который достался большевикам, это ни много ни мало 852,5 тонны чистого золота. Значит, он сыграл важную роль и в гражданской войне, и в исходе гражданской войны. Это впервые, кстати говоря, эту версию я выдвинул еще в 1997 году, публикуясь в газете «Ассембли», тогда еще «Советская молодежь» называлась. Значит, тогда был редактором главным Александр Блинов, мой хороший старый друг, потом Алла Березовская стала. Если они меня слышат, я им передаю привет. Вот впервые там об этом написал, в общем, располагая скудными документами. А потом уже, по мере моей работы в архивах, когда я нашел в 2018 году вот этот огромный пласт документов из-за так называемых «золотых папок» Политбюро, вот тогда я уже получил доказательную базу, серьезную доказательную базу. Я об этом написал еще в книге «Судьба золота Российской империи в срезе истории», которая вышла в 2017 году, к столетию Октябрьской революции. Но там документов этих не было. Там было тоже в основном, так сказать, ссылки были на публикации, на книги, но не на архивные документы. А здесь эти архивные документы. И документы, которые я публикую, как раз-таки эту версию подтверждают. Там их много, я говорю, более 700 документов. Значит, разрабатывались там схемы разные вывоза этого золота, как это происходило. Вот, в основном была афера, крупнейшая, я считаю, в 20 веке афера. Это так называемая паровозная афера, когда в 1920 году, значит, в марте 1920 года было принято решение о закупке 1000 паровозов в Швеции советским руководством, лично Лениным. Вот. Причем заказали это почему-то у маломощной шведской фирмы, которая выпускала 40 паровозов в год. То есть, если эту 1000 паровозов делать, это 25 лет надо делать. Вот. И что самое интересное, значит, они заключили договор, а в начале 22 года, когда было поставлено только 36 паровозов, договор аннулировали. Значит, вопрос, зачем же это нужно было? Под это дело было выделено 232,5 тонны чистого золота. 232,5 тонны чистого, а если брать с лигатурой, там более 250 тонн. Я тебе говорю о чистом золоте. Вот. Значит, получается, но когда пересчитали, от разрыва контракта шведская фирма Никвистенхольм, будет огромные издержки. И тогда они 28 июля 1922 года перезаключили новый договор на 500 паровозов. И вот он уже был осуществлен до 25 года. А первый договор
Значит, паровозов не закупили, 36 штук, а 232,5 тонны золота уплыло через Швецию. И основным, значит, получателем золота были именно Соединенные Штаты Америки. Я хочу сказать, что в середине 20-х годов в США работала специальная сенатская комиссия, потому что такой поток золота, который шел из Советской России в США, при том, что Советская Россия не была признана американцами, при том, что не было как бы официально никаких связей, существовала золотая блокада Антанты, а золото пробивало все, и оно попадало в кладовые, значит, американских банков, прежде всего Федеральной резервной системы США. Так вот, значит, когда сенатская комиссия работала, американская, она установила, что 40% золота, которое шло, значит, из Советской России через Швецию, поступало именно в Соединенные Штаты Америки. Там около 30% в Швейцарию шло, оттуда это растекалось по разным, значит, биржам, по разным банкам, 16% во Францию, но остальное там была Англия, Германия, Голландия, ну и же с ними. И, кстати говоря, Прибалтика получила много тоже советского золота, но мы об этом потом еще, может, сегодня скажем. И почему тогда львиная доля именно в Америку уходила? Значит, при этом я должен сказать, что не просто в Америку уходила, а в кладовые Федеральной резервной системы США. Меня часто... То есть частная корпорация, прям скажем. В Америке не было государственного банка. До середины 30-х годов государственных банков в Америке не было. И государственного запаса золотого в Америке не было. То есть это были главные акционеры ФРС США, там 5 крупнейших американских банков. Вот в их собственность это золото уходило. Значит, в 28-м году, в апреле 28-го года, когда стал вопрос о финансировании индустриализации, а отвечал за эти финансовые операции, значит, назначенный 20 марта 1920 года ответственным за золото-валютные операции за границей, был назначен Максим Литвинов. Это будущий первый нарком иностранных, будущий нарком иностранных дел СССР. Вот. И когда его спросили, а где же золото, на которое можно было бы профинансировать индустриализацию, это была сессия ЦИК 4-го созыва. Ну, ЦИК это потом стал Верховный Совет, раньше он назывался ЦИК. И я зачитаю вам просто эту цитату, неопровержимую, что называется, вот, которую признание, откровенное признание Литвинова. Вот что он сказал. В 1921 году я состоял главным уполномоченным совнаркома по валютным операциям и реализации нашего золота за границей. Я находился в Ревеле, ну, Таллин сейчас. И через мои руки прошло несколько сот миллионов рублей нашего золота, проданного мною за границу. Большая часть этого золота была продана мною непосредственно и через разных посредников, крупным французским фирмам, которые это золото переплавляли не то во Франции, не то в Швейцарии, откуда это золото находило свое последнее убежище в кладовых американского резервного банка. Это Федеральный резервный банк Нью-Йорка, куда стекало, сейчас стекается золото со всего мира. Это отнюдь не было тайной, об этом были информированы и Банк де Франс, и другие банки. А дальше подчеркиваю, это было в момент напряженнейших отношений между нами и Францией, когда Франция еще активно участвовала прямо или косвенно в военных нападениях на нас, когда никаких отношений между нами и Францией еще не было. Это цитата откуда? Это прямая цитата Литвинова, она у меня приведена. То есть, ну, что еще нужно, если непосредственно отвечавший за это большевик, большевистский вождь, признал это? Да, но там прозвучал глагол «продавал золото», а не «отдавал». Нет, да, разумеется, золото продавалось, большевики выручали валюту, а валюта клалась на секретные партийные счета, открытые в большевистских вождей в разных странах. Я привожу номера этих счетов, многих привожу, один из этих счетов в моей книге приведен, просто приведен счет, номер его, вот, он был оформлен, счета оформлялись на доверенных лиц партии, одним из них был как раз-таки глава железнодорожной миссии инженер, крупный инженер Ломоносов Юрий Владимирович. У него было 4 счета в банке Nordiska Handelsbank и были счета в других банках. Это было на тот случай, если вдруг советская власть не удержится, да, большевики потеряют власть? Это Ленину, руководством партии, создавалось реальное золото партии, не мифическое, там про Горбачева говорят, там что-то такое. Вот. А там было реальное золото партии, то есть если партия теряет власть, она уходит в подполье, и на работу, на перспективу, там, на десятилетия вперед, чтобы у партии были резервы. Но поскольку с золотом-то возиться, это неудобно, перевозить его все. Конечно, это все клалось на онкольные счета. Что такое онкол? Онкол по требованию. То есть счета на доверенных лиц. Это могло быть по-разному. Это могли быть отпечатки пальцев какого-то человека. Вот он поставил отпечатки пальцев, и только по отпечаткам пальца ему это дадут. Кстати говоря, счета были открыты на Литвинова. Я предполагаю, что именно это спасло его от расправы в 1937 году. Когда в июне 1937 года состоялся пленум,
на котором решалось, придавать ли Ежову и НКВД чрезвычайные полномочия или нет, против выступили только 3 человека. Там была Стасова, ну, секретарша, но ее просто заткнули, сказали, ты бабка, там молчи. Был Пятницкий, вот, можно сказать, безупречный большевик, абсолютно, что называется, кристально чистый. Он заведовал организационно-административным отделом, организационно-административно-политическим отделом, то есть кадрами партии ведал. Он выступил против, но его сразу после пленума вывели и расстреляли. А третьим был Литвинов. Он не только против выступил, он обозвал Ежова последними словами, то есть накатил на него. Вот, и любого другого, безусловно, бы расстреляли. Но Литвинов уцелел. И уцелел, я полагаю, именно потому, что на него были оформлены вот эти один или несколько этих онкольных счетов. То есть никто другой не мог получить... Совершенно верно. И я проследил, я назвал там фамилии тех, на кого они могли быть оформлены, эти счета. Я проследил их биографии, никто в чистках 1937-1938 года не пострадал. Они все живы, все умерли своей смертью. Так что, в общем-то, тут... Все понятно. А известна судьба вот дальнейшая? То есть, ну как, вот они умерли рано или поздно, ведь все смертные, они умерли своей смертью, а успели все-таки снять эти деньги? Или после их смерти что смогло случиться? Да, значит, смотрите, Сталин, когда пришел к власти, там вообще была сложная вещь, ведь он в 20-е годы фактически шла борьба между, скажем, группировкой, там, ну, Зиновьев, Каменев, вы знаете, так сказать, Сталин, Троцкий, там вся эта шла борьба. Но когда Сталин все-таки укрепился у власти, а укрепился он после 15-го съезда партии, это декабрь 27-го года, когда Троцкий был уже, как говорится, свергнут с пьедестала, была развернута операция, совершенно секретная операция органов ОГПУ, называлась «Накрест». Что интересно, эта операция продолжалась и в годы Второй мировой войны. Это было связано с трофейными ценностями времен Второй мировой войны и возвратом золота, которое было вывезено в Советский Союз. Значит, по этому поводу к Тегеранской конференции, это был конец ноября 43-го года, наркомат финансов СССР составил совершенно секретный доклад Сталину о судьбе русского золота за границей, потому что уже вставал вопрос о ленд-лизе, об оплате ленд-лиза, и с этим докладом Сталин поехал в Тегеран. И вот там подробно расписано, где золото, куда этот доклад у меня есть, я его, так сказать, цитирую, там было подробно расписано. Что удалось вернуть? Значит, ну, например, счета были открыты на Троцкого. И этот его знаменитый четвертый интернационал, он как раз финансировался за счет этих щанкольных счетов, которые были на него открыты. Вот, он жил, богато жил человек, виллы снимал, все прочее. Да-да-да, это всегда удивляло. Один из счетов, видимо, был открыт на Урицкого. На Урицкого убили, и счет остался там. Вот. Но то, что можно было вернуть, Сталин возвращал, конечно. Сталин возвращал или, по крайней мере, держал людей там типа Литвинова при себе, чтобы когда нужно было все это сделать, он сделал. То есть что-то удалось вернуть в результате операции, но что удалось вернуть, а что осталось там, вот это неизвестно. То есть я хотел бы уточнить, ну, возвращаясь к Троцкому, то есть часть денег с этих счетов он снимал и тратил. Конечно. А часть пропала с его гибелью. С его гибелью. Ну, мы не знаем точно, сколько там чего это точно. Я могу вам сказать, сколько. Я привел подсчет вот здесь. Ведь эти махинации все творились. Сколько было растрачено реально на внешнюю экономическую деятельность, ну, закупки там товаров. Кофинансирование Коминтерна, содержание советского аппарата за границей, там помощь. Ну, все статьи расходов взял, значит, и взял две цифры. Значит, сколько у большевиков было золота, когда они получили 852,5 тонны, а к 1 сентября 2021 года у них осталось в распоряжении 57 тонн. Это 852,5, это только государственный банк. А они еще около 200 тонн золота, может, немножко меньше, у населения изъяли. Ведь вы же знаете, ЧК изымало все, и золотые монеты, и золотые украшения. Это же шел непрерывный процесс до 6 апреля 2022 года. 5 лет страну грабили под ленинским лозунгом «Город награблен». Там еще было около 200 тонн. То есть реально там было где-то 1050-1100 тонн, а осталось 1 сентября 2021 года 57 тонн. 187 тонн истратил Колчак, это известно. А где еще около 800 тонн золота? И когда я все это рассчитал, привел, то у меня вышла такая арифметика, что помимо всех потребных плат, Политбюро ЦК РКПБ вывезло за границу 480 тонн чистого золота. 480 тонн. То есть это помимо всех плат. Это чисто то, что легло на партийные счета. И плюс около 120 миллионов рублей золотых, значит, было продано бриллианты, охрана, драгоценности. И, значит,
антикварные ценности, ну, художественные произведения искусства и так далее. То есть всего примерно на сумму 730 миллионов золотых рублей, чтобы вы понимали, что это такое. По нынешним оценкам, да, примерно 30 миллиардов долларов. 30 миллиардов долларов. Вот. И значительная часть этих денег легла на счета Ленина в нью-йоркских банках, который открыл Леонид Борисович Красин в сентябре 1921 года. Документ об этом у меня тоже приведен. Это впервые мне его прислали из США профессор Ричард Спенс, за что им очень благодарен. Это документ американской военной морской разведки. А американцы, они же боялись продвижения пропаганды большевистской в Америку, всячески пресекали ее. Поэтому всякие передвижения в США большевиков, они фиксировались. И в начале 21 года Красин совершил тайный вояж в США по панамскому паспорту. Был в Америке, договаривался о краске размещения вот этих вот, значит, золота этого. Вот. И на него было составлено военно-морской разведкой США, было составлено досье. И в этом досье прямо сказано, файлы там указаны, архивные эти самые, куда, откуда, где-то все находится. Значит, и в этом досье прямо сказано, что были открыты счета в нью-йоркских банках, и вся информация находится в Госдепартаменте США. А Ричард Спенс пытался выйти на эти документы, но они исчезли. Почему? Потому что золото поступало в Федеральную резервную систему США. А все, что касается Федеральной резервной системы США, это абсолютное табу, особенно то, что касается золота. Вот, с 1953 года никто не знает, сколько золота там находится, где оно и как. Только один раз, по-моему, в 1973 году допустили туда американских конгрессменов и, значит, директора монетного двора, там женщина была в Денвере, я сейчас фамилию не помню, им разрешили посмотреть за эту бронированную дверь в стеклышко. Там штабеля лежат золото, все. То есть это абсолютно закрытая информация. Поэтому и эта информация исчезла. Но документ о том, что такие счета есть, у меня в книге приведен. Это вообще впервые, потому что разные писали там о счетах Ленина, где-то там что-то у него есть, в Швейцарии на 5 франков счет там у него остался, смешной, конечно. Вот. Но чтобы реальный документ был, это впервые здесь. А скажите, вот после смерти Ленина, опять-таки, это судьба этих денег? Которые считали... Да, счета Ленина. Значит, вы знаете, я точно этого не знаю, но я полагаю, что Красин... Понимаете как? Значит, ведь такие вещи... Это как бы был не его личный счет, все-таки, это все-таки счет по партии, которым, конечно, он тоже пользовался, но это счет как бы золота партии. Такие счета обычно оформлялись не на одного человека. То есть на одного оформляется, на другого делается доверенность. Я полагаю, что доверенность была сделана на Красина. Почему на Красина? Ну, это об этом человеке можно говорить долго, это уникальный был большевик, миллионер, первый валютный миллионер. Советский. У него огромный особняк в Лондоне. Жена его там жила. Она никогда в Савдепию не приезжала. Так она умерла. Воспоминания оставила о Красине. Вот. Он согласился. Он раньше входил в тройку, значит, Ленин, Богданов, Красин, в финансовую тройку ЦК РСДРПБ. То есть ведал финансами партии. Вот. Ленин был очень крупный. Значит, возглавлял петербургский филиал фирмы «Сименс Шукерт», советская военная электросила. Он был главой этого. Входил в совет директоров Русско-Азиатского банка, это крупнейший в России коммерческий банк, и при этом был заядлый большевик, бомбы готовил и все прочее. Вот. Почему, кстати, на него американцы-то и завели это дело. Вот. Я полагаю, что счет был оформлен именно на Красина, поскольку он уже заведовал деньгами партии вместе с Лениным, на него. И Красин, я полагаю, что именно эти ленинские счета, думаю, Сталину передал. Потому что после смерти Красина его похоронили в Кремлевской стене, почесть там, и ледокол Красина, и там и институты назвали, и памятники, все. То есть такая почесть была оказана Сталиным не случайно. Я полагаю, что Красин все-таки эти вот документы передал. Встречается иногда информация, что якобы были оформлены доверенность дублирующая на жену Ленина. Ну, это, конечно, полная чушь. Ну, женщина больная, базетовая болезнь, или нога ходит. Куда мы там ездили, в Америку, что-то там делать? Вот, да нет, конечно. Вот я полагаю, что было оформлено Красин. И именно эти деньги, они как раз-таки были оприходованы Сталиным. Ну, нам нужна индустриализация, скорее всего, конечно. Потому что это вот эти деньги ленинское золото партии, которые Сталин перевел в золото государства, оно было одним из важных источников финансирования индустриализации. А вот деньги Ленина во французских банках, еще один документ вот из Центрального партийного архива ЦК КПСС. Да, вот это впервые, я подчеркиваю еще раз, вот этот документ, никогда никаким историкам он не известен, я его оглашу впервые, просто впервые. Этот документ я нашел месяц назад в бывшем Центральном партийном архиве ЦК КПСС. И там есть два фонда.
Один фонд первый – это открытый Ленинский фонд, а есть второй фонд закрытый. Там еще примерно 20% к этим 55 томам, там еще примерно 20% можно добавить. Но это закрытый фонд. И вот в этом закрытом фонде я нашел следующий документ на французском языке с ленинской рукой, с ленинской подписью. Значит, «Comptoir National des Comptes de Paris» – «Национальный учетный банк Парижа». Агентство «Ви», улица Орлеана, дом 85, 11 августа 1909 года. «Господин, вы продали, по моему указанию, 45 метра, это акции французской компании, которая строила в частности парижское метро, принадлежащих мне. Теперь я прошу вас продать для моего счета остальные, то есть все метра, которые вы храните для, своего, для моего счета. Я доверяю господину Любимову, улица Кампань, премьер, Париж, 14, передать вам это письмо и предоставить все сведения, которые могут вам потребоваться. Господин Любимов также затребует продажу других бумаг для моего счета. Я прошу вас выполнить все его указания. Я направляю приложенный здесь чек на сумму 25 тысяч франков. Прошу вас, господин, подтвердить получение этого письма по следующему адресу. Господин В. Ульянов-Ледин, у мадам Ланкрё, Бомбон, Сен-Эмарн. Примите, господин, мои уверения в глубоком уважении. Искренне ваш Владимир Ульянов-Ленин, значит, Париж, улица Марирос, дом 4. Упоминаемый здесь, значит, это очень интересная история, упоминаемый здесь господин Любимов, это Мартин Лядов, ну, деятель большевистской партии. Но вопрос, значит, 25 тысяч франков. Ленин снимал в Париже в 1909-м 4 года четырехкомнатную квартиру. При том, что до 47 лет он нигде не работал. Ездил в Швейцарию, во Францию, снимал роскошный апартамент, вел сугубо буржуазный образ жизни. Возникает вопрос, извините, на какие шиши? Вот он эти 25 тысяч франков, акции, оказывается, он был акционером крупной компании, получал дивиденды, потом продал эти акции. А откуда деньги-то? Так вот, эта история очень грязная и очень кровавая история. Значит, в 1907 году на весь мир прогремело знаменитое ограбление на Ереванской площади в Тифлисе конвоя банковского. Значит, в апреле 1907 года планы, ну, для партийных денег, для закупок оружия, потому что революция как бы уже заканчивалась, а закупки оружия в революции 1905-1907 года производились на японские деньги. На это было выделено 1 000 000 йен, это уже обнародованы документы. Непосредственно этим занимался, значит, военный атташе Японии в Петербурге Акаси, Матадзиро Акаси, будущий генерал-губернатор Тайваня. А, значит, здесь революция кончилась, но они же хотели продолжать все это, и нужно было оружие. И вот для закупок оружия они решили провести вот эту акцию ограбления в банках в Тифлисе. Там в банке работал большевистский агент. И на собрании в апреле 900, на собрании в Швейцарии в апреле 1907 года участвовали Ленин, Красин, Богданов, ну, это тройка, вот эта финансовая тройка, значит, большевистская партия, а кроме того, был Литвинов, уже нам знакомый, и Сталин. И они разработали план этой операции. Значит, Красин изготовил бомбы. Значит, представляете, член Совета директоров Русско-Азиатского банка бомбочки изготовил. Террорист, да, практически. Да. То есть, значит, прям сам своими руками. Своими вот руками, он был инженер. Ага. Более того, там одна из бомб взорвалась, там поранила. Значит, непосредственно руководил бандой, их было 20 человек. Камо, Тер Петросян, да. Камо. Это известная легендарная тоже личность, который там психа себе строил. Там, ну, это известная история. Дважды приговоренный к смерти, дважды избежавший смертной казни. Вот. Значит, и вот 26 июня, это уже по новому стилю, 1907 года. А там это центральная площадь Тифлиса. Народу. Тьма. И вот террористы грабят этот конвой. Изготовили 15 бомб. Бросили 8. Убито было около 40 человек, около 50 ранено. Это теракт, крупнейших, это бандитское направление и теракт, который, значит, можно так сказать, организовали Ленин, Красин, Богданов, Литвинов, Сталин. Но непосредственно осуществлял это КАМО. Значит, деньги они украли, было украдено. У меня там заголовки из газет. Похищено 170, значит, тысяч долларов золотом, да все прочее, прочее. Значит, значит, было украдено 341 тысяча рублей золотом. Тогда это были огромные деньги, золотых рублей. Тогда были гигантские деньги. Вот. Из них, значит, примерно 250 тысяч рублей были 500-рублевыми купюрами. Там номера. Да. А 91 тысяча более мелкими купюрами, которые не были пронумерованы. Из этих 341 тысячи золотых рублей
Значит, бандиты оставили себе 23 тысячи. Остальное кому? Это июль-август 1907 года, лично отвез Финляндию в Коколу и лично передал Ленину. Все эти подробности он написал в своей книге «Мой товарищ и наставник Сталин». Эта книга была издана мизерным тиражом в Тифлисе в начале 20-х годов. Потом ее конфисковали, ее не найти было невозможно. И вот недавно вышла вторичная эта книга, я ее купил, замечательное чтиво, где он подробнейшим образом расписывает, как они грабили, как они делали, как он деньги Ленину передавал. А Ленин сказал: замечательную работу провели наши закавказские товарищи, молодцы. А ведь потом открещивался он, когда был общий, по-моему, съезд социал-демократов. И там... Их там пригвоздили к стенке, он открещивался, но это был удар по большевикам. От Сталина был вынужден уехать из Тифлиса в Баку, там это удар был по ним, потому что они же обязались не совершать таких эксов. Дали слово партии, тогда была единая партия, меньшевики и большевики, РСДРП. Вот. И большевики говорили: нет, мы не будем этого. А сами совершили, по сути, взрыв в Болонье в 1978 году. Сколько там погибло? 60 человек или сколько там? А здесь сопоставимо. Теракт, натуральный кровавый теракт. И вот эти деньги, да, Ленин, значит, кому ему передал, уехал в Берлин, там его и поймали, когда он стал себя косить под сумасшедшего. Ленин испугался, бежать начал с Коколы по льду Финского залива, чуть не утонул. Значит, потом он писал: да было бы глупо тут утонуть в это время. А купюры... 200-500 рублевую купюру вот этого самого Мартыну Лядову, жена Ленина и жена Богданова, вшили в его жилетку. Он другим путем пошел. То есть у Ленина как бы денег нет, а этот пошел туда. И в итоге эти деньги, да, значит, те 500-рублевые купюры, которые были помечены, их изъяли, не все, большинство. Часть Красин там смог реализовать, значит, мастак он на эти дела был. А основную часть изъяли. В частности, Литвинова поймали на северном вокзале Парижа с любовницей, он там реализовывал эти деньги. А вот это 91 тысяча рублей золотых, а 91 тысяча рублей золотых – это примерно где-то 250 тысяч франков. Ленин положил в банк Лионский кредит, а у него счет был. И за счет этих денег он безбедно жил в Париже 4 года, в том числе купил вот эти акции на 25 тысяч евро. Вот такая история, связанная со счетами Ленина уже в парижских, во французских банках. Вот эта история мы здесь передаем впервые, особенно этот документ, вот я здесь, у меня, как говорится, выписка из него, но я располагаю подлинником этого документа, написанным рукой Ленина. Браво. Потрясающе. А прозвучала связь с Прибалтикой? Вы знаете... Какую роль, в частности, Рига играла тоже в вывозе этого золота? Значит, давайте я сейчас коротко просто скажу несколько слов по... Почему федеральную резервную сеть, почему они в Америку вывезли? А потом уже придем к Балтии. Вот просто немножко так. Значит, существуют мифы, большевистские мифы. Вы знаете, мифы советской власти, они такие, что причем застревают в зубах, это тут не выковырнешь. Даже вот при мне, при моем, то, что я занимаюсь этой проблематикой, часто какие-то вещи трудно выковыривать. На самом деле, между руководством большевистской партии, я имею в виду ленинские времена, и финансовые олигархи Уолл-стрит существовали очень тесные связи. Значит, вопрос стоял в чем? Почему, значит, Уолл-стрит проявлял такой интерес к России? В 1900 ведь американские капиталы было уже тесно в пределах США. Была создана в 1913 году Федеральная резервная система США. И после этого американскому капиталу разрешили вывоз долларов за пределы Америки. До этого доллары за пределы Америки вывозить было нельзя. А ФРС была создана под экспорт капитала, началось освоение Америкой мирового мира. Это началось после создания ФРС США. Одновременно, в ноябре 1915 года, мировая война шла, разгар, в Нью-Йорке была создана, я не знаю, наверное, во всей истории человечества не было более мощной корпорации, чем эта американская корпорация. Это American International Corporation. Туда вошли все финансовые группы, какие только существовали в мире мощнейшие. Это группа Моргана, группа Рокфеллера через National City Bank, группа Джейкоба Шифа. А Джейкоб Шиф – это был представитель Ротшильдов в Америке. Моргана и Рокфеллера Ротшильда в Америку не пускали. Зачем им такие конкуренты нужны? Они в Европе были хозяевами. А Ротшильды обошли их, они стали засылать своих агентов. И главным агентом был Джейкоб Шиф. Он создал финансовую корпорацию, Манхэттенская финансовая группа, которая потом слилась с банком Рокфеллера в 1955 году, American National Bank, Chase National Bank, и возник так знаменитый Chase Manhattan Bank, это слияние. Так вот, значит, American International Corporation решила экономически колонизовать мир после окончания Первой мировой войны.
И основой для этого была взята Евразия. А поскольку сердце Хартленд Евразии – это как раз-таки Россия, Российская империя, то, естественно, после февральской революции, в которой и Уолл-стрит принимал участие, там и англичане активно участвовали, и Уолл-стрит принимал участие, Джейкоб Шиф, этот самый глава Каннелеп & Компани, они направили в начале августа 1917 года в Москву миссию Красного Креста. Официально была гуманитарная миссия, чтобы там доставлять, значит, эти самые медикаменты, госпиталя там ухаживать, все прочее. На самом деле это была разведанная шпионская миссия Уолл-стрит. Смотрины. Смотрины, да. Значит, из 30 человек, которые там работали, было только 5 врачей или микробиологов, а 24 – вся элита Уолл-стрит. Вся элита Уолл-стрит. И вот они в начале августа прибыли в Петроград, возглавлял миссию сам директор Федерального резервного банка Нью-Йорка, куда потом Литвинов-то золото и вывез, он признался, Уильям Бойл Томпсон, а его заместителем был золотопромышленник крупный, герой Клондайка, Раймонд Робинс, полковник. Ну, он на самом деле, так сказать, там все были полковники, как в Англии сэры. Вот, это был личный друг Вудро Вильсона. По прибытии в Петроград они тут же установили связи и с Троцким, через его секретаря, и с Лениным. Почему? Как с Лениным установили связь? Вот в этой миссии было 3 переводчика. Один из них был некто капитан Иловайский, я не знаю, кто это. А 2 переводчика были 2 виднейших большевика. Один из них был Рейнштейн, Борис Рейнштейн, личный секретарь Ленина. То есть он приезжает с американскими миллиардерами и становится личным секретарем Ленина. И там еще был Михаил Грузенберг, он же Александр Гомберг, он же Михаил Бородин, бывший главный редактор Софинформбюро. У него 2 сына во внешней разведке, и со старшего сына как раз и были написаны 17 мгновений весны-то. Вот. Вот эти люди, Михаил Грузенберг, это дядюшка его Армада Хаммера, они связали большевиков с этой миссией Уолл-стрит. Начали решать вопрос, кого поддерживать в этом хаосе русском, временное правительство или большевиков. Томпсон сидел в Петрограде в гостинице «Европейской», они сняли целый этаж, эта миссия снимала, «Гранд-отель Европа». Вот. А он поехал по стране, был в Поволжье, видел, как гниет зерно на складах, а в Петроград не поступает. Был в окопах, солдатами разговаривал. То есть он за месяц объездил Россию, посмотрел, чем она дышит. И приехав в Петроград, они устроили совещание, кого поддерживать. Поддерживать ли временное правительство или большевиков. И приняли решение, что временное правительство – это, в общем-то, колосс. Не колосс, но просто нечто такое непонятное что, на соломенных ногах. Поддерживать надо большевиков. И Уолл-стрит сделал ставку на них. В августе 1917 года на квартире американского посла Дэвида Фрэнсиса состоялось секретное совещание, в котором приняли участие сам Фрэнсис, Томпсон, глава миссии Красного Креста, Керенский, его министр иностранных дел Терещенко и Брешко-Брешковская была. Такая бабушка русской революции, называли СРК. И вот для них... Значит, а выпустили заем русской свободы, значит, на финансирование войны, ну, это как бы правительство, временное правительство, заем русской свободы. Вот. На покупку этих акций было выделено Керенскому и Терещенко более 5 миллионов рублей золота. Они деньги получили на это. Покупали они акции, не покупали, неизвестно. Но деньги получили. Когда уже Терещенко эмигрировал из России, он был самым богатым русским эмигрантом, за границей. Он был владельцем самой крупной частной акции в мире. То есть беженец из России, у которого большевики отняли все, а у него отняли все, и коллекции искусства, и все, он киевский сахарозаводчик. Вдруг самый богатый, значит, русский эмигрант, самый богатый ех. Откуда денежки? Денежки вот здесь, вот они. И после этого, когда фактически были подкуплены Керенский и Терещенко, а это министр иностранных дел, Горбачев, Шеварнадзе, связочка-то, смотрите, какая идет будущее. Фактически началась передача власти временным правительством большевикам. Бескровная. Там и оружие разрешили раздать, и все-все-все прочее. И Керенский, потом это бегство. Ну, фактически процесс, который начался вот с августа по октябрь, это был процесс передачи власти временным правительством. Вот. И после этого начались очень активные, тесные связи между большевиками и Уолл-стрит. Между Лениным, Троцким и Уолл-стрит. Значит, когда в мае 18 года уезжал, значит, Робинс уезжал в США для того, чтобы признать режим большевиков, Ленин передал ему план экономического сотрудничества. А в чем суть состояла? Почему, значит, American International Corporation, задача стояла простая – вытеснить из России немецкий капитал, который был очень силен до Первой мировой войны. То есть убрать немцев,
убрать англичан и французов и сделать Россию послереволюционную экономической колонией Америки. Вот в чем состояла эта задача. И вот Ленин передает с Робинсом, президенту Вильсону и американскому, значит, руководству и деловым кругам план развития экономических отношений Советской России с Соединенными Штатами Америки. И вот что там было сказано. Хозяйственный аппарат Германии так истощен, что не в состоянии будет в ближайшее время сужать другие страны орудиями производства, ибо ему придется обновить свои собственные орудия производства, изношенные за время войны усиленным использованием для нужд обороны. Таким образом, в настоящее время и в ближайшие годы после заключения всеобщего мира Германия фактически должна будет уступить свое первенствующее место в роли питателя народного хозяйства России средствами производства и продуктами потребления другой стране, капиталистически высокоразвитой, но войной не настолько разоренной, как Германия. Такой страной в ближайшее время может быть только Америка. И дальше идут предложения американским деловым кругам. Забирайте Северный морской путь, опаньки, железные дороги, Транссиб, разработка российских недр. Вот что Ленин предлагает, борец с мировым капиталом, предлагает Уолл-стрит. Забирайте. И этот документ тоже... Разумеется, этот документ приведен, да. Я его публикую, ссылки даю, все даю. Значит, еще интересная вещь. В Америке работало бюро советского представителя, возглавляло Людвиг Мартенс, это особо доверенное лицо Ленина, у которого, кстати, тоже счета были. Вот. И он, сыграл, он в марте, 19 марта 2019 года направил официальное, меморандум, ноту направил в Госдепартамент, где было сказано черным по белому: в случае возобновления торговли Соединенными Штатами Америки российское правительство готово немедленно разместить в банках Европы и Америки золото на сумму в $200 миллионов для покрытия стоимости первых закупок. $200 миллионов – это 300 тонн золота. То есть мы вам даем 300 тонн золота, а вы нас признавайте и не трогайте нас. И что вы думаете? 1 апреля 2019 года, то есть через 12 дней, было принято решение Антанты о невмешательстве военной силы в гражданский конфликт в России. 1 апреля 2019 года вся интервенция Антанты была закончена, а золото потекло в европейские и американские банки. Вот как это сработало. Так вот, этому самому Мартенсу, который, по сути дела, подкупил олигархию и банк Ротшильды в Париже. Слушайте, 1 апреля Антанта принимает решение о невмешательстве военной силы. 2 апреля приходит приказ в Одессу срочно эвакуироваться в 48 часов. 25-тысячный контингент бежал из Одессы за 72 часа, просто бежал. Потом, начинается эвакуация других войск. 16 апреля 2019 года Ллойд Джордж выступает в Палате общин и объясняет, почему английский контингент вводится из России. Он сказал: мы вот туда, туда легко войти, оттуда трудно выйти, мы там много потеряем, все. Но на самом деле золото, золото, все. Предложили 300 тонн для начала, остальное позже, и все. И вся эта политическая система, конечно, откуп, прямой откуп. Причем, через Ригу, что-что. Да. Теперь очень, какое значение во всей этой истории играли страны Балтии? Большое очень значение, ключевое. Дело вот в чем, ведь с декабря 17 года большевики были под золотой блокадой Антанты. Что это означало? Их не признавали владельцами золотого запаса Российской империи и не разрешали ни одной стране принимать в уплату русское золото. Ну, царские уже бумаги, хоть их принимали, но это уже были, собственно говоря, бумажки, а все остальное нельзя. Значит, а им же нужно было откупиться, во-первых, а во-второе, им нужно было создать золото партии. Как вывозить? Маннергейм, он же скрутил голову там красным в Финляндии, он большевиков, он же царский генерал бывший, причем очень заслуженный генерал. Он их терпеть не мог, конечно, через Финляндию он-то не пропускал. Идти северным маршрутом через Скандинавию, там бы наверняка английские корабли просто останавливали транспорты и... все это изымали. Значит, поляки, тут с Польшей вы знаете, там война шла, там вообще. Оставалась единственная возможность, это маленькое окошко. Вот три государства маленьких, никем не признанных, кстати говоря, которые там объявили о своей независимости, но они никем не были признаны. Это Латвия, Эстония и Литва. И тогда они решили вот это Балтийское окно использовать. То есть, да, Швеция согласилась, а золото ведь нужно было еще отмыть, так называемый, отмыв сделать. Ну, что такое отмыть? Переплавить с царскими шнепелями и поставить другие шнепеля, чтобы это можно было на мировой рынок вывозить.
Отмывать золото согласилась Швеция. Почему? Потому что там работал Улаф Ашберг, это глава Необанкин, через который немцы финансировали партию большевиков в 1917 году. Его личным другом и компаньоном был премьер-министр Швеции Карл Брантинг. Ну, такие связи можно делать. Но Швецию нужно было вывести. И стали вывозить через Прибалтику. Заключили, Советская Россия в спешном порядке признала независимость Эстонии, Латвии, Литвы. Вот. Было выделено им земли, вы знаете, на район Нарвы, значит, вот населенные русскими, там почти 100% Ленин передал Эстонии. Латвия была передана, область Абрена, Псковская часть Псковской губернии. Плюс золото было передано на 22 миллиона рублей. Это, значит, больше всех получила Эстония, там почти 12 тонн золота получила чистого, значит, Латвия получила 4 миллиона золотых рублей, где-то 3,2 значит, тонны золота, и Литва там, значит, где-то 2 с небольшим тонны золота получила. То есть 15 тонн золота было отдано, все. И опять открыли двери, везите, что хотите. Везите, что хотите, тут, как говорится, no problem. Опять и золото вот, открывается. И вот заработал двери. Так называемый Балтийский офшор. Это первая в мире офшорная зона. Принято считать, что первую офшорную зону создали спиртовые банды американские на Каймановых островах. Вот. Но это было в конце 20-х годов. В конце, там в джазе такой девушка, помните же, да? Да. Вот. А здесь офшор был создан в 20-м году. В 20-м большевиками он был создан здесь. Кстати, я об этом впервые тоже опубликовал. Здесь в Риге была публикация «Балтийский курс» в 99-м году. Это тоже первая в мире публикация об этом была сказана. И вот потоки золота пошли. Огромные потоки золота. Значит, ну, чтобы вы понимали, да, золото походило в Швецию, там его на шведском королевском дворе переплавляли, ставили, значит, новые клейми, отправляли, значит, на мировые биржи, а там их скупали. Ну, скупал в основном Нью-Йоркский банковский синдикат, который создали как раз-таки группа, это банк Моргана, Гарантия Траст Моргана, это группа Шифа, National City, группа Шифа, Candle Epe Company, и нью-йоркские, значит, National City Bank of New York, ну, сейчас City Group знаменитая, вот эта вот группа. И там еще участвовал Роберт Доллар, это калифорнийский золотой, он занимался аффинажем золота, переплавкой золота, и судовладельцем был, его звали Роберт Доллар. Вот эта вот четверка, она все это скупала. Сколько прошло через Латвию, через прибалтийские страны? Ну, Литва играла здесь меньшую роль, основную роль играла Эстония. Вот по прикидкам, значит, царского финансиста Владимира Новицкого, он был заместителем министра финансов правительства Колчака, через Эстонию только в 20-21 годах прошло 350 тонн золота. По моим подсчетам, он не всеми документами располагал, более около 450 тонн золота. Представьте себе, Эстонская республика, и за 2 года 450 тонн золота проходит. Значит, теперь они, конечно, банки, какие банки участвовали, я вам могу назвать. Да, значит, в Эстонии шел вот этот, офшор работал эстонский до 26-го года, когда совершился переворот, там же был переворот и в Литве, и в Эстонии в 26-м году, когда пришли такие ярые националистические силы антисоветские, и тогда Эстония, большевики от Эстонии как бы отлынули. Но в 28-м году заработал в полную мощность латвийский путь. С 28 по 34 год через Латвию, через банки Латвии, а это был банк Латвии, и это был уже Ригас Транзит Банк, прошло около 300 тонн золота. И это шло до прихода к власти Гитлера, когда уже это... А шло золото в Германию отсюда, это, так сказать, поскольку немцы предоставили Советскому Союзу 2 займа на индустриализацию по 300 миллионов рейхсмарок, и, ну, в обмен на золото. И вот золото в Германии шло в 28-34 годах через Латвию. Что, кстати говоря, позволило Латвии довольно-таки так спокойно пережить Великую депрессию. Конечно, сложности были, но в сравнении с Америкой, с Германией, там, с той же Швецией, это далеко. То есть, балтийские страны, балтийский офшор работал с весны 1920 по май 1934 года. Это совпало, когда есть переворот Ульманиса был как раз-таки. Вот уже с Ульманисом как бы это все прекратилось. Вот, и, собственно, благополучие, само признание вот этих балтийских государств большевиками Лениным и благополучие их экономическое в 20-е и 30-е годы строилось на том, что через местные банки шли огромные потоки золота и финансов. Просто гигантские. Ну, представьте себе, вот по таким странам 700 тонн золота если прошло. Сейчас там сколько золота? 7 или 8 тонн в Латвии, не знаю. А там представьте сколько. Вот на чем, так сказать, базировался это благополучие. Кстати говоря, вот нынешним, я говорил, когда брал интервью, нынешним бы вот властям прибалтийских государств и балтийских государств, неплохо бы этот опыт учесть. Ведь хотя Ульманиста, как бы золото прекратилось, но отношения с Советским Союзом-то он не рвал.
шло Советский Союз, там и, значит, молочные продукты, и, значит, бекон шел, и сыр, там, и рыбопродукция, все в Кремле. На кремлевском столе лежали латвийские продукты. Латвия получала валюту. Вот. Ну, в Европу тоже много. И в Европу шло, конечно, конечно. Безусловно, конечно. В общем-то, латвийское крестьянство при Первой Республике цвело. Да, да, да. В прямом смысле. У нас осталось там показывать 5 буквально минут, но тем не менее, вот успеем, не успеем вернуться вот к Ленину и статья вот «Кто предал Россию, темные силы при дворе или большевики?» Ответ, можно сказать, Кургиняну. Если мы успеем уложиться в 5 минут. Ну, я постараюсь предельно кратко. Значит, Кургинян, выступая на передаче Владимира Соловьева воскресный вечер 20 июня, значит, вытащил старую байку о том, что в окружении, значит, императрицы, значит, заработала целая шпионская сеть немецкая, куда была вовлечена императрица и Распутин. Вот. И я написал, собственно, на колени, находясь в Москве, написал отповедь на это дело. И вот 26 июня, 25 июня она была выложена сразу на этих нескольких интернет-сайтах. Я привел доклад Руднева, это Владимир Руднев, это юрист, которому Керенский получил расследовать вот это участие, шпионские все эти дела при дворе. Привел выдержки из этого доклада, где вообще категорически отрицается какая-либо связь с германскими, значит, службами и императрицы, и Распутина. Это уже после февральской революции, это временное правительство, комиссия временного правительства. Да, комиссия временного правительства, совершенно верно. Вот. И далее я перешел к Ленину, взял его манифест, а манифест был у Ленина только один. У Маркса был коммунистический манифест, а у Ленина был манифест, он вышел в сентябре 1914 года, и назывался «Война и российская социал-демократия», где Ленин поставил троединую задачу. Это легко взять после полного собрания. Первое, значит, это поражение России в войне. Второе, превратить империалистическую войну в войну гражданскую, и большевики ее развязали, когда разогнали учредительное собрание. В войне погибло от 11 до 13 миллионов человек, половина потерь в Отечественную войну. И третье, развал Российской империи. Я взял это. Да кто же предатель? Во время войны, если какая-то партия говорит, что твоя страна должна проиграть, а Ленин был пораженцем, были оборонцы, а были пораженцы, он и есть предатель. И написал прямым текстом, что есть какая-то государственная измена и предательство, и что с этим надо разбираться. И далее я привел, большевики, конечно, значит, ну, почистили вот эти все документы после прихода власти, компрометирующие их. Вот, но были документы германского МИДа. Трофейные их в 1945 году захватили, а в 1958 году в Великобритании чешский историк Земан, значит, опубликовал большую книгу, называется она, значит, ну, в общем, значит, ну, о финансировании немцами, большевиков. И я привел оттуда несколько документов прямым текстом, как они финансировали, почему финансировали, что, назвал сумму, 80 миллионов рейхсмарок. Потратила 80 миллионов марок, да еще были марки, 80 миллионов марок потратила Германия на финансирование партии большевиков. Причем самый крупный взнос был сделан 11 июня 18 года, уже после подписания Брестского мира, потому что фактически ленинское правительство было под протекторатом Германии. Там Мирбах всем правил, не Ленин, а Мирбах всем правил, потому его, кстати говоря, и убрали-то. Вот. Вот. Но что интересно, последнее, значит, я уже буквально, но документы-то большевики уничтожили. Но рапорт об этой операции забыли уничтожить. А, значит, и вот два человека, Залкин, один из них, кстати, латыш, близкий к Троцкому. Потом, как Мате Залка, он под именем венгра воевал в Испании, как генерал Лукаш. На самом деле, это Залкин латыш. Значит, вот датированный 16 ноября 2017 года документ на бланке Народного комиссара по иностранным делам с грифом «Совершенно секретно». Представителю Совета народных комиссаров. Согласно резолюции, принятой на совещании народных комиссаров товарищей Ленина, Троцкого, Подвойского, Дыбенко и Володарского, мы произвели следующее. В архиве Министерства юстиции из дела об измене товарища Ленина, Зиновьева, Козловского, Калантая и других, мы изъяли приказ Германского имперского банка, номер такой-то, от 2 марта 2017 года, с разрешением платить деньги товарищам Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Сумицыну, Козловскому и другим за пропаганду мира в России. И второй пункт. Были просмотрены все книги Необанка, это Ашберга банка, который финансировал, и потом золото возили в Стокгольме, исключающие счета товарища Ленина, Троцкого, Зиновьева и других, открытые по приказу Германского имперского банка, номер такой-то. Книги эти переданы Мюллеру, командированному из Берлина, уполномоченный народным комиссаром по иностранным делам Залкин Поливанов, Центральный партийный архив, фонд 2, опись 2, дело 226, лист 1. Этот документик я держал в своих руках буквально месяц назад.
Да, к сожалению. Шах и мат. Да, шах, да. Показывают нам, что время завершилось, но тем не менее вот очень интересные темы, которые, может быть, мы продолжим уже в следующих встречах. Александр Мосякин, российский писатель и историк, сегодня был в нашей студии. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Радио Болткома.